Госавтоинспекция Магаданской области сообщает о временном приостановлении в отделе ГИБДД отделения МВД России по Среднеканскому району исполнения государственных функций по предоставлению госуслуг с 10 января по 27 февраля текущего года. Ближайшим объектом оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену водительских удостоверений и получению или продлению свидетельств о допуске транспортных средств перевозки опасных грузов является отдел ГИБДД отделения МВД России по Амсукчанскому району по адресу Магаданская область, Амсукчанский район, улица Ленина, дом 2.